Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Счастье не за горами». Сериал «Счастье не за горами» погрузил зрителя в жизнь одного мужчины, который вышел из тюрьмы, а дома его уже ждали все родственники. Но до места встречи освободившийся не доехал и оборвал все связи и исчез. Почему так случилось? Это нам предстояло увидеть в новом сериале. За время развития событий главным героям предстояло преодолеть немало преград, от лжи и предательства до страшных тайн. Но только пройдя через это, они смогли обрести спокойствие и восстановить семейные взаимоотношения. В настоящее время нет информации о том, что режиссер готов вернуться в проект для создания новых серий. Изначально картина задумывалась как односезонный сериал, поэтому новых серий ждать, скорее всего, не стоит. Однако в мире кино возможно все. Поэтому до официальных заявлений любое высказывание можно считать лишь предположением. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.